Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня снимаю видео о своих запасах. Давно меня просили это сделать, но, честно говоря, все время лень, потому что таскать эти коробки, корзины с запасами, честно говоря, иногда лень. Но просили показать, я обещала, поэтому давайте покажу свои запасы. Начну я с кремов для рук. Их не так много, в отличие от всего остального. Очень много у меня в использовании, девчонки. Я буду показывать крема. Вот как достаю, так и буду показывать. Очень много. Практически большую часть это были подарки. Приходили мне в посылочках. Я не буду каждый крем конкретно обозначать. Я буду показывать. Я думаю, я всем благодарна, кто дарил. Очень рада, очень благодарна девочкам, мальчикам. С удовольствием пользуюсь. Я думаю, каждый, кто присылал, узнает свой крем. И в пустышках узнают. Поэтому, девчонки, ну, не обижайтесь. Иначе затянется видео часа на 2-3, если я еще буду и перечислять. Ну, поехали. Давайте буду показывать. Первый кремик для рук, это был, вот у меня есть вот такой, это Ив Роше, была лимиточка, зимние ягоды, если не ошибаюсь, да, зимние ягоды, кремики для рук. Нравятся мне эти крема, очень приятные ароматы у них. На зиму, я прошу прощения, ногти не стала стирать сегодня, что-то вообще плохо себя чувствую, так, отвлеклась. На зиму обалденный аромат. У меня были еще такие мини-версии, маленькие, тоже присылали в посылочке мне их. Я их вот использовала. Ну, эти, наверное, уже к следующей зиме. Хотя я такой человек, могу и ни с того ни сего взять и достать и летом. Все может быть. Следующий кремик тоже от Ив Роше, также лимиточка, тоже приходил в посылке. Это уже снежная ваниль. Ваниль я обожаю. Вот такой вот кремик. Аромат бесподобный. С удовольствием использовала малышки. И вот у меня еще есть на следующую зиму полные версии. С удовольствием буду использовать. Очень хорошие крема. Мне их вполне достаточно на день. С удовольствием ими пользовалась. Так, дальше. Следующий кремик тоже приходил мне в посылочке. Это также была лимитка, но уже это Oriflame. Здесь, по-моему, если не ошибаюсь, апельсин и корица был. Тоже классный крем. С удовольствием пользуюсь. Тоже спасибо за такой подарок. Классный. Прошу прощения, у меня тут, девчонки, еще собаки рядом дрыхнут. Никуда от них не денешься. То храпят, то чихают. Так что прошу прощения. Дальше был у меня, почему был, есть, вот такой вот кремик для рук. Это уже Avon серии Care. Это, по-моему, розовая магнолия в таком вот большом объеме. Здесь 100 миллилитров, тоже приезжал мне в посылочке. Вот такая красота, тоже нужно уже пользоваться. Я слежу за сроками, поэтому ничего не успеет испортиться. Все использую. Дальше было, есть у меня еще вот такой кремик от Ив Роше. Это тоже была лимитка, если я не ошибаюсь, зимняя. По-моему, здесь апельсин и... Так, апельсин и миндаль. Обалденный аромат. Эти крема уже более жидкие. Аромат классный. Прям нравится. Они более жидкие такие, в отличие от вот этих лимиточек. Но тоже очень нравится, с удовольствием использую. Что-то как-то его упустила из виду. Нужно было прям самое то использовать в новогодние дни. Дальше. Следующий кремик, который у меня есть. Сейчас я вам покажу. Как-то хочется, чтобы они все были уже по порядку, но ладно. Следующий кремик тоже, по-моему, приходил мне в посылочке. Это тоже это Avon серия Care. Это уже шиповник, крем для рук, ногтей и кутикулы. Тоже 100 миллилитров. Этот уже тонизирующий и питательный. Так, камера что-то начала поражать.
Классные крема, с удовольствием ими пользуюсь. Так, как их так всем поставить рядышком? Пускай этот идет к броше. С удовольствием пользуюсь. Дальше. Дальше. Следующий кремик у меня, который есть, это вот такой вот от Тиандэ. Сладкий лимон. Крем для рук. Здесь 80 грамм. То есть не 75, не 100. Такой вот интересный формат. Что-то его прям как-то такой прям стал бочонок. Нужно уже срочно использовать, потому что уже подходит срок годности. Ну вот я думаю сейчас летом, по весне, ближе к лету его самое то использовать. Наверное, он у меня пойдет в использование в этом месяце. Вот такой он очень легкий. Кремик быстро впитывается, не оставляет никакой липкой пленки. Обалденный аромат лимона. Я прям нравится он очень мне тоже, что-то как-то во всех моих запасах он подзатерялся. Ну вот он сейчас, наверное, у меня пойдет в использование, в уходовые средства этого месяца. Дальше. Следующий кремик, который у меня есть для рук, это вот такой вот от Aquafruit. Это у нас личи и мангостин крем для рук. Тоже очень такой легкий кремик на повседневную, на повседневку. Здесь 100 миллилитров тоже. Очень он легкий, очень классный аромат. Чудес он не делает, но приятный кремик. Тоже буду с удовольствием пользоваться. Дальше. Есть у меня еще кремик для рук. Это у нас Avon. Ароматная ваниль для рук. Увлажняющий. Обожаю ваниль, как уже говорила. Он такой обалденный, приятный аромат. Достаточно плотненький для меня. Это уже серия Naturals. Буду тоже с удовольствием пользоваться. Классный. Дальше. Так, как-то хочется их организовать, чтобы они были с одной, все из одной, как говорится, компании. Ну, наверное. Так, с Эйвоном, наверное, все-таки все. Больше нету. Следующий это уже Oriflame. Вот такая тоже была лимиточка. Это олива. Очень легкий кремик, ничего особенного не делает. Ну, вот взяла на лето. Приятный аромат. Я люблю аромат оливы, люблю оливу. Поэтому буду с удовольствием использовать. Следующий тоже от Oriflame. Тоже приходил мне в подарок. Это уже вот такой вот летний. Прям очень-очень летний. Слушайте, на лето у меня что-то прям много получается кремов. Вот такой вот замечательный крем. Обожаю этот кремик. Он очень легкий. Никакой липкой пленочки, ничего не делает. У него такой желто-перламутровый цвет. Блестящий. Очень он мне нравится. Был в паре с гелем для душа. Шикарный крем. Прекрасный аромат. С удовольствием буду использовать. Дальше. Есть у меня еще кремик для рук, вот такой большой объем. Это был уже чистая линия фитотерапии. Это зимний крем для рук и ногтей, защитный. Специальная формула от ветра и холода. Вот такой вот интересный кремик, очень красивый. Покупала его совсем недавно. Поставила в запасики уже, наверное, на следующую зиму. До 21 года, так что вполне может стоять. Здорово. Дальше. Следующий кремик, который у меня тоже от чистой линии. Он у меня, кстати, в использовании. Я пока клеила, слушайте, обои. Я про него просто убрала все с комнаты, вытаскивала и забыла. Это вот такой крем для рук. Фитопантенол плюс пантенол. У него стоит пятерочка. Но для моих рук это ни о чем не говорит. Неплохой крем, но мне его все равно на день, да.
В принципе, если повторять несколько раз в течение дня, вполне хватает. Но вот чудес он, конечно, не делает, как заявлено. Посмотрите, кому интересно. Для сухой кожи рук, скорая помощь. В общем, нет. Повторять я его точно уже не буду. Дальше. Следующий кремик для рук. Это бархатные ручки. Вот такой питательный. Смягчает кожу, устраняет сухость. Здесь четверочка. Ну, я думаю, бархатные ручки все любят, все знают. У меня с маслом ши, авокадо и протеин B5. Тоже очень люблю. Частенько использую. Следующий кремик. Это уже от Весна компании. Нежный крем для рук защитный. Оливковое масло и экстракт календулы. Тоже у меня был и в наборах такой, и в посылочках приходил, за что огромное девчонкам спасибо. С удовольствием тоже использую. Для рук крема у меня не пропадут, не испортятся, потому что, как я уже говорила, руки у меня проблемные, сухие. И кремов я очень много использую для рук. Не пропадут. Следующий кремик для рук у меня вот такой красивый. Это кафе красоты. Увлажнение и защита. Экстракт инжира, масло миндаля и масло абрикоса. Вот такая прелесть. Дальше. Следующий кремик для рук, который у меня есть, это вот такой вот Витамилк. Крем для рук, шоколад и молоко. Не пробовала еще. Приятный аромат шоколада. Даже через... Здесь защитная такая вот фольга. Но, знаете, прям через фольгу слышится именно шоколад. Такой запах шоколада прям приятный очень. Такая вот прелесть. Дальше. Дальше. Следующий кремик, который у меня есть, это от доктора Пьер Рико. 3 в 1. Такой вот крем. Здесь 75 миллилитров. Так, комплексный крем для рук. 3 в 1. Комплексный уход. Увлажнение, питание и разглаживает кожу. В общем, такой интересный крем. Тоже решила его оставить уже на зиму, на следующую. Потому что, ну, я так подозреваю, что будет более такой плотный, жирненький должен быть. Приятный косметический аромат, не более того. Не знаю, ни разу не пользовалась такими, поэтому расскажу уже только в пустышках о нем. Следующий кремик для рук у меня от компании MacGraff. Приходило мне несколько таких кремиков от девочек в посылочках. Я сама такие покупала, тоже фикс прайс. Неплохие крема. В течение дня вполне можно использовать. Чудес он не делает абсолютно. Очень бюджетный. С удовольствием использую. Сейчас вот у меня в использовании, по-моему, с авокадо. Если не ошибаюсь. Так, не будем нашего котенка закрывать. С удовольствием пользуюсь. Устраивает. Так, следующий. Ой, сейчас все попадает. Следующий кремик для рук у меня вот такой. Покупала в подружке. Делала заказ в магазине «Подружка». Это крем для рук «Банан». Я брала несколько разных. Заказывала. Понравилась упаковка. Прям супер. Обожаю «Банан». Все, что связано с ним. Вот такая вот классная крышечка. Он желтого, если не ошибаюсь, цвета. Так, не буду сильно выдавливать. Желтенького цвета. Нравятся мне эти крема. У меня их было несколько. Но они чудес не делают. Абсолютно обычный крем. Увидела как-то в обзорах у Ирины For Юлия. Тоже мне загорелась вот такую вот упаковку. Захотелось такой крем. Заказала. Ну, такой повседневный кремик легкий. Ничего более. Дальше. Следующий крем у меня для рук. Это уже от Green Mama. Очень хороший крем. Это уже не первый у меня кремик.
Крем для сухой кожи рук. Здесь календула и масло смородины. Здесь всего лишь 50 мл. Такой специфический у него, я бы сказала, аромат. У меня как-то не получается с Грин Мамой дружить. Сугубо из-за ароматов. Очень, девчонки, хороший крем. И если вы знаете, первый раз нанесешь на руки, вроде как особо ничего интересного не почувствуете. Но если вот наносить день-два им пользоваться, руки становятся более мягкими, ухоженными. Классный крем. Тоже приходил мне в посылочке и сама брала. Очень нравится. Следующий кремик, который у меня есть, это уже такая малышка от Libre Derm с витамином Е. Ну, тоже я бы не сказала, что это прям супер-пупер крем. Для моих рук никаких чудес он не сделал. Так, здесь у нас арабский жасмин и амбра. Приятный аромат, действительно, жасмина. Не более того, покупала в аптеке. Пару раз нанесла, видите, и стоит. Дальше. Так, хочется показать вам сначала, чтобы уже все в одной теме было. Есть у меня пару кремов для рук. Приходили мне тоже в посылочках в разных от девчонок. Вот такие вот из магазина Ашан. Это линеечка каждый день. У меня здесь с ромашкой. Люблю я эти крема, очень достойные и для рук, и для ног. Стоят очень бюджетно. Неплохие крема на каждый день. Упаковочки небольшие, здесь всего лишь 50 мл. В сумочку положить, если вы в отпуск или куда-то едете, вполне хороший вариант. Девчонки, присмотритесь, у кого ручки в нормальном, хорошем состоянии, вот так бывает, нужно, да, смягчить после чего-то. После мытья посуды, уборки там. Самое то, не вижу смысла переплачивать. Классно. Дальше. Следующий кремик для рук. Это вот такой. Увлажняющий крем для рук и ногтей. От компании, я так понимаю, Markel Cosmetics. С муцином улитки. Вот такой вот он. Был в коробочке косты, как я уже сказала. Ничего интересного, обыкновенный крем. Ничего особо не смягчал, ничего не питал. В общем, такой проходной вариант. Ну, в общем-то, попробовала и ладно. Я у нас в магазинах такого не видела, поэтому в любом случае было интересно его попробовать. Дальше. Faberlic. Есть у меня несколько кремов еще стоит в заначке от Faberlic. Некоторые я просто обожаю крема. Их у меня тоже достаточно еще в запасах стоит. Я думала, у меня их уже толком и нету. Представляете? Единственный, наверное, плюс таких видео, что вот ты можешь пересмотреть все свои запасы, что-то забытое вспомнить, что-то там проверить сроки. Наверное, все-таки есть в этом плюс. Так. От Faberlic у меня есть вот такой кремик для рук. Это интенсивное питание для сухой, склонной к сухости кожи с маслом макадамии. Это уже не первый мой крем. Вполне хороший кремик. Очень мне нравился. Хорошо смягчает ручки. С удовольствием пользуюсь. Вот еще один в заначке. С удовольствием буду пользоваться. Следующий кремик. Это моя любовь. Вот такой вот от Faberlic, это Beauty Cafe, малиный белый шоколад, он такой необычный, я бы сказала, питательный, да что ж такое, питательный крем для рук и ступней, обалденный аромат малины, белого шоколада, я без ума от этого крема, я их использовала неимоверное количество, но вот последний остался в запасиках. Пока берегу. И второй тоже кремик от Beauty Cafe. Это тоже ванильное лакомство. Это ванилька. Тоже очень мне нравится. Я уже говорила, что я люблю ваниль. Аромат ванили классный. Тоже вот берегу. Осталось две такие вот вкусняшки.
вкусняшки у меня. И с удовольствием буду пользоваться. Следующий кремик от компании Faberlic, который у меня есть, это вот такая малышка. Дарили детям на 8 марта. Такая была лимиточка красивая. Мне дарили их 2 штучки. Один сейчас в использовании уже заканчивается. И второй вот стоит в запасиках. Тоже такой сумочный вариант. Легкий кремик. Имеет место быть. Почему бы и нет. Так, и еще один от Faberlic. Это недавнее. Недавно ко мне приехал, буквально 2 дня назад. В подарочек это Faberlic. Также уже серия про руки. Крем для рук, питание и смягчение. Масло макадамии и витамин Е. Слушайте, ну они вот, кстати, если я не ошибаюсь, они прям похожи. Такое чувство, как будто вот обновили вот эту вот серию. Абсолютно похожи, абсолютно, в общем, классно. Буду использовать с удовольствием. Пользоваться. Дальше. Так, есть у меня последняя уже баночка от Organic Kitchen. Акуна банана, вот такой питательный крем для рук. Так, с органический колумбийский банан и свежая манго. Обалденно классный аромат у этого кремика. Неплохой кремик, чудес, как я уже тоже говорила не раз, не делать. Здесь 100 мл, объем, конечно, вау. Но вот формат как-то вот крема для рук в такой банке мне не нравится. Как-то они у меня долго стоят, такие вот. Банки неудобно пользоваться мне. Мне неудобно ими пользоваться, именно как крема для рук, для ног. Это не мое. Сами кремики легкие, хорошие. Все уже использовала. Вот осталась одна баночка именно крема для рук. Буду с удовольствием пользоваться. Также у меня стоит еще в запасиках вот такой вот кремик для рук. Это лимон. Фруктовый крем для рук лимон, здесь 35 грамм, ну его вот здесь чуть-чуть, быстро они заканчиваются, уходят эти кремики для рук, ничего, тоже сверхъестественного, обычный кремик, просто вот в такой вот красоте стоит. Дальше, есть у меня уже целая серия кремов, мои любимые крема, я их просто обожаю. Это серия Белоручки. Крем для рук и ногтей питательный. Питает кожу, рук и кутикулу. Способствует росту ногтей. Это комплекс ценных масел. Здесь что у нас? Миндаль, ши, какао и жожоба. Обожаю я крема Белоручки. Я в них просто влюблена. Изготовитель это Краснодар. Ну, в общем, я обожаю Краснодар, я обожаю Белоручку. В общем, часть из них мне подарили. Какие-то я покупала, многие уже использовала. И даже они ко мне опять приехали в посылочках. В общем, я их очень люблю. Следующий это смягчающий. Делает кожу рук гладкой, нежной. Пантенол, масло авокадо и масло подсолнечника. Вот такая вот красота. Дизайн просто шикарный, я считаю. Обожаю эти кремики. Дальше. Следующий кремик. Еще один питательный. Мне их 2. Так что можно один в использовании поставить. Будет. Следующий это летний шелк, вот такой вот, глубоко увлажняет, смягчает и защищает от излучения SPF-2, солнечных излучений, и такой вот на лето. Посмотрите, какая прелесть, ну как вот их не любить, я не представляю. Дальше, следующий, также Белоручка, это уже испанское свидание, это уже была обновленная такая линеечка. Сохранение молодости, защита и поддержание красоты кожи рук. Так, масло косточек граната, масло оливы, витамин Е, В3, В9.
обалденные. Посмотрите, какие упаковки. Тут только одни упаковки чего стоят. А вот, к сожалению, одну я, по-моему, так и не нашла упаковочку. Эти тоже приходили мне в подарок. Следующий кремик — это уже крем-масло для рук. Французские прогулки. Интенсивное питание и смягчение сухой и очень сухой кожи рук. Здесь масло лаванды, ши, кокоса и какао. Так, и депантенол. Вот такая красота. Просто, просто шикарно. Так, ну и последний кремик из серии бархатных ручек, который у меня в данный момент есть. Это белоручка, крем для рук, зимний бархат, уход и защита кожи зимой и в межсезонье. Масло ши и авокадо, экстракт ромашки и витамин Е. Вот такая красота. Вы посмотрите, просто прелесть. И до следующей зимы будет он у меня тоже пока в запасиках. Так, ну и покажу две малышки, которые у меня есть. Тоже такой сумочный вариант. Я их решила оставить тоже до отпуска. Много мы, как многие уже, кто меня долго смотрит давно, знают, что летом мы на месте не сидим с мужем. Постоянно где-то ездим, поэтому мне нужен больше такие сумочные варианты кремиков на лето. Решила оставить, приехал ко мне в посылочке вот такой красивенный кремик от бабушки Агафи. Омолаживающий крем для рук, роза даутская. Вот такая красота, такой закос под локситан. Обалденно красивый, приятный аромат. С удовольствием буду летом пользоваться. Тоже приходил в подарок. И второй уже от бархатных ручек. Вот такое вот райское масло бабасу. Тоже под локситан, такой вот закосик. Тоже удобно носить в сумочке. Так, по объемам, девчонки, здесь 40% масла ореха бабасу. Не знаю, что это такое. Здесь 30 миллилитров. Ой, не хочет стоять почему-то. А в этом, кстати, здесь тоже 30 миллилитров. Но это такой более пухленький, а тут более вытянутый. Поэтому, наверное, кажется, что этот меньше. Вот такие у меня стоят запасики, девчонки, кремов для рук. Ну и давайте покажу, что у меня сейчас в использовании. Вы не поверите, я обалдела, сколько у меня в использовании кремов для рук. Потому что стоят, как я уже говорила несколько раз, у меня везде, в каждой комнате, на кухне, в сумке. В общем, крема для рук у меня в ходу. Первый крем в использовании, который у меня для рук, по-моему, я где-то один все-таки не принесла вам. Первый крем для рук — это стоит у меня в спальне, ночной. Вот такой от компании Санте. Ночной крем для рук с коллагеном и витаминами. Интенсивное восстановление питания. Здесь вот видите, и сирени, по-моему, вишни, если не ошибаюсь. Огромный объем. Здесь 125 миллилитров. Для крема для рук это, конечно, шикарно. Он такой более густой, прям такой жирненький кремик. Его действительно только на ночь. Днем тяжеловато будет, он долго впитывается. Точнее, он впитывается хорошо, но вот какое-то прям время руки такие, я бы сказала, даже немного жирно. Сам по себе по текстуре, видите, он достаточно кажется легкий, но он прям хорошо так жирненький. И на ночь это действительно самое то. Нравится, использую. Аромат, к сожалению, я надеялась, что будет как заявлено, как нарисовано, сирень или вишня. Ну, здесь просто косметический аромат, не более того. Заявлено, что 100% натуральный экстракт. Не знаю, насколько это правда. Классный крем, с удовольствием использую. Утром ручки довольно-таки в хорошем состоянии, пока я не начинаю мыть что-то, драить. Очень нравится, так что советую, девчонки. На кухне у меня стоит кремик для рук. Уже тоже, как я говорила, мой любимый марки каждый день. Это миндаль. Классный кремик, вполне себе хороший. С удовольствием пользуюсь. Но именно на кухне он, я не знаю, почему я его именно на кухню определила.
не спасает порой этот крем, поэтому добавляю еще другие. Также в спальне у меня стоит, там, где стоит компьютер, в другой спальне, в детской, вот такой, как я уже говорила, от компании Маграф. Мне они нравятся, устраивают, я с удовольствием ими пользуюсь. Это уже, по-моему, у меня второй или третий тюбик именно вот такого с авокадо кремика. Я использовала прошлую весну, также пользовалась им в Кореновске. Мне нравится, бюджетно, неплохо, на каждый день вполне себе неплохой крем. Так, ну и последние два. Как я уже говорила, у меня уже заканчивается, видите, от Faberlic в подарочек мне подарили его детки. Вот такую лимиточку. Тоже легкий, простенький кремик. Ничего он вам такого сверхъестественного с руками не сделает, с кожей. Просто смягчить ручки в течение дня очень даже неплохо. Сумочный вариант. Ну, мне подарили, мне крайне нужно было его открыть, поэтому я использовала. Хотя, наверное, нужно было второй, оставлю тоже на лето. Все-таки эти малышки быстро улетят. И вторую вот такую малышку я, наверное, оставлю уже на лето, на отпуск. На повседневку очень даже неплохо. И последний, который у меня сейчас в использовании, это вот такой от Himalaya Herbals. Тоже приходил мне в посылочке, в подарок. Это питательный крем для рук. Увлажняет, смягчает, питает. Лаванда и горциния. Нравится мне этот крем. Действительно неплохо увлажняет и смягчает ручки. Вот такая выручалочка, если не помогают эти простенькие. Аромат у него, знаете, все-таки присутствует лаванды. Я с лавандой на «вы». Где-то она мне нравится, где-то категорически не нравится. Поэтому сложновато мне дружить с такими средствами, в которых лаванда. С этим кремиком я тоже на «вы». Он отлично выручает мои руки, но вот аромат немножко не мой. Сам по себе крем вполне себе достойный, девчонки. Присмотритесь, вроде как даже в фикс-прайсе были такие кремики. Неплохой, достойный крем, имеет место быть. Все, вот такие у меня запасы кремов для рук. Кому понравилось, пишите, ставьте лайки, пишите комментарии. Может, у вас какие-то крема есть, может, посоветуете какой-то хороший крем для рук, потому что кожа у меня сухая. Вот даже я нанесла крем, и они шелестят. Очень сухая кожа рук, борюсь, но пока безуспешно практически. Надеюсь, я выполнила заказ, просьбу, вам понравилось. Подписывайтесь, и всем пока-пока!